Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня в ночь обязательно загадайте свое желание. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Самый зрелищный звездопад года традиционно проходит под закат осени. Ночь с 17 на 18 ноября будет пиковой по количеству падающих звезд. В это время метеоры озаряют небо в небывало огромном количестве, и можно воспользоваться этим себе во благо. Загадать сокровенное желание, но в этом деле есть тонкости. Метеориты сгорают буквально за секунду. В этот промежуток важно успеть оговорить свою мечту максимально емкой короткой фразой. Придется заблаговременно отработать скорость и найти четкую формулировку. Когда желание сократить нельзя, лучше обратиться к другим способам. К примеру, есть хорошая техника – составление коллажа мечты. Для него нужно подготовить журнальные картинки, ну или просто написать то, что у вас ассоциируется с мечтой. Также свою мечту можно выразить не словами, а чувствами, а для этого в нужный момент надо ярко ее просто представить в уже осуществленном виде. Важно сопровождать все чувством радости и благодарности. Также поможет исполнить заветную просьбу написанное желание на бумаге. Просто на листке бумаги нужно написать свою цель. Далее свернуть этот листок и убрать под подушку. При этом важно, методика работы с желаниями может быть любая удобная, но необходимо соблюдать правила. Быть с чистой душой во время загадывания желаний. Не испытывайте злобы кому-либо. Цель не должна преследовать чисто корыстные мотивы. Формулировать стоит лишь реальные задачи, исполнимые на этой земле и в жизни конкретного человека. Не надо мстить. Это настроит мироздание против инициатора обряда, и тогда возможен обратный удар. Если все сделать правильно, подкрепить свои действия верой и минимальной настойчивостью, энергия сегодняшнего потока персеид сделает свое дело, и исполненная мечта быстро озарит судьбу. Когда вы написали свое желание, когда вы убрали под подушку, либо когда вы прочувствовали свое желание, то после этого скажите такие слова. «Сила Вселенной, придите ко мне, сотворите магию, чтобы мое желание сбылось сейчас. Пусть каждое слово, произнесенное этим заговором, станет ключом к исполнению моей мечты». Вот говорим один раз, этого будет достаточно, и вы посмотрите, что сегодня то, что вы загадаете, обязательно исполнится.